умирать не хочу. О, что это было? Что это было? Да я не хочу проблем. Или пойти туда, что ли? Привет, ребята! С вами Саня. Ух, какой громкий звук. В общем, мне скинула пара человек карту на Crysis. Помните, я как-то проходил Crysis Lost Control? Так вот. Эта карта связана со сталкером. Заброшенная лаборатория, да. Как я понял потом позже, эту карту сделал человек, который разрабатывает мод Сталкрай. Что ж, будет интересно взглянуть на это. И как-то надо будет запилить подкаст в этом, если в следующем месяце. А что делать надо? Ой, что-то... Хожу тут. В общем, мы едем, скорее всего, да? Лифту. Что-то слишком громко у меня. Надо в наушниках убавить. О, какие звуки. Слушайте. В общем, хочется как-то даже к сталкеру вернуться. Какую-то модификацию, что ли, пройти. Фотограф или Ласт Альфу. Я надеюсь, я не знаю, пройду ли я Ласт Альфу в ближайшее время. Или вообще что-то пройду. Надо будет это как-то как-нибудь поговорить в подкасте. Мы едем так долго, что ли? Алло? Алло? Может, мы застряли? Нужно как-то выбраться? Crysis. На Crysis первом. Ух. Помню еще, как играл Crysis Lost Control. Было все похоже на Fear. А этот у нас стал... О-о-о! Ну что ж, в заброшенную лабораторию. Ух ты. А лифт до сих пор едет, что ли? Ладно. Может, это другой лифт. Может, еще кто-то будет. А мне нравится. Бочка. Падай. 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 Ура. Так, аномалий нет. Слушай, у нас болты, может, какие-то есть. Нету. Так, это из Crysis'а. Открываем дверку. Она открывается. Здравствуйте. Так, ага. Столовая. Что? Сохранюсь на всякий. Давайте будем исследовать все. Понемножку. Пока спускаться вниз не будем. Сломал. Надеюсь, ничего не будет. О, еще раз сломал ящичек. Так, уже как-то звук потише стал. Сейчас намного лучше. Сохранюсь. О, я уже сохранялся. Hello? Здесь кто-нибудь есть? Спуск вниз. Ладно, пошли. Хм. Карта. Так, может, как-то запомнить надо. А, ладно, так разберемся. Ничего особенного. Слушайте, так стрёмно. Такая атмосфера. Стрёмно немножко. Воу-воу-воу, тихо, что за звуки? Ух ты! Бертругер! Бертругер, слушай! Давно тебя не слышал. Бертругер, блин. Что-то такая ностальгия пошла. Слушайте, мыло. Кто-то мыло уронил. Ой, я отсюда в баню. Кто-то здесь мыло уронил. О, это аномалия, скорее всего, да? Мужик! Мужик! Вставай! Хм. Что будет, если сквозь нее пройти? Ой, валим отсюда. Эй, откуда здесь дверь? Эй, куда? И что теперь делать? Что теперь? Мужик, ты есть? Давайте еще раз пройдем. Дверка пропала. Хватит кашлять. Валим отсюда. Здесь ничего хорошего нет. Закрой за собой дверь. А там что-то есть?
хочется все исследовать. Интересно все-таки. Кто-то орет. Какая-то проблема. Сейчас придем, спасем вас. Такое чувство, что кажется, батарейки садятся. Или нет? Надеюсь, вам все будет видно, иначе попросту будет это все плохо. Сталкер! Сталкер сидит, или это труп? Мужик, куда? Да. Лифтик. Ух ты. А он едет? Нет. А куда этот мужик упал? Зря сюда полез, сталкер. Теперь ты труп. Что? Слушай, мужик, ты куда пошел? На выход, что ли? Алло, мужик. Слушайте. А мне немножко стрёмно. А где тот мужик? А куда? Вместе с этим мужиком. Надо загрузиться. Ладно, не буду загружаться. Так уж и быть. Блин, надо как-то тогда наверх, что ли. Еще мужик. А может наверх как-то можно? Можно как-то наверх вернуться? Мне нужно как-то наверх. Уже не вернуться, да? Вот черт побери. А может здесь какая-то сторона... Ага. Надо как-то... Все это местности смотреть. Воу-в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 оу. Все падает. Не к добру. А подняться что, нельзя? Слушайте, а что, подняться нельзя? Серьезно? Серьезно, нельзя подняться? Да вы шутите. Серьезно. Ладно, загружусь тогда с того места. Что же это я? А, там все упало, блин. Черт. Ладно. Придется идти. Вау, 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 не бросайтесь ничем. Мне нужно как-то назад вернуться. Кто здесь? Я не хочу здесь находиться. Не знаю, куда идти. Может, наверх? Точно, наверх. Там же будет легче подняться. О чем это я думал? Вот, отлично, сохранюсь. Давай, молодец. Что-то не хочешь? Такое чувство, батарейки садятся. Зараза, а. Хотя есть одна мы... Ай, ладно, баню ее. Будем смотреть, как... будем смотреть просто уже. Баню тогда. Осмотримся, что здесь. О-о-о. Ух ты. Аномалия какая-то, что ли? Вау. Может, какой-то артефактик хотелось бы. А здесь... Стремно. О, можно ниже пойти. Зря. Черт возьми. А я выберусь теперь отсюда? Угу. Если я отсюда не выберусь, это будет очень плохо. Ну все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, так, валим отсюда. Можно тут свалить?
Черт побери. Нет. Придется загружаться. Ну что ж, я опять в игре. На этом месте, где я упал. И мы продолжаем наше путешествие. Так, здесь мы были. Здесь тоже были. Здесь еще одна дверка осталась. Интересно, что там? Вау! Она завалила. Круто. Продолжить. Ага, загружена игра. Итак, у нас выбор. Сюда пойти. Ага, здесь. Урою, понял? Вау! За что? Ладно, я уйду отсюда. Я пойду. Я тебя трогать не буду. Торгейст? Ты ли это? Слушайте, а прикиньте, если Бюрер будет. Мне кажется, у меня слишком опять громкая игра. Так, ладно, если что, все равно. Пойти, что ли, ниже или выше? Ладно, ниже пошли. Сохранюсь перед малым. Воу! Хорошо. Или плохо. Что-то мы спускаемся и спускаемся. О-о-о! Здорово, мужик. Ты говорил, Урою? Ты говорил? Ладно, лежи. Смирно и не дёргай. О-о-о! Старый добрый звук. Так, давайте сюда. Тихо-т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 ихо. Я умирать не хочу. О, что это было? Что это было? Но я не хочу проблем. Или пойти туда, что ли? Тихо. Никого нет. Ох, блин! Сволочь! Здесь мы вроде бы были. Или нет? Здесь есть какой-нибудь спуск? Есть. Слушайте, знакомая лаборатория. Но я не помню какая. Блин, давно Сталкер не играл. Хочу переиграть. В Last Alpha надо будет поиграть. Что это? Проверочки всякие. Что-что? А проблем нам здесь не нужно. Может, будут здесь кровососы? Кровососики, вы будете здесь? Опять кто-то орёт. Ящички. Ну, здесь ничего особенного. Можно возвращаться наверх. Спустились. Там, наверное, ничего нету. Надо посмотреть. Дверка, может, какая-нибудь открывается. А, так это то место, откуда мы пришли. Все, ладно, пошли сюда. О, а здесь мы были. Так, здесь мы были, да? Да, здесь мы тоже были. Здесь не... Вау, кто-то кидается чем-то. Это вроде бы тот самый мужик, который упал. А может, это было просто какое-нибудь видение. О, нам еще тут угрожают, уроют. Так, мы были еще наверху. Здесь я вижу ничего. А, лифт работает? Нет, ничего не работает. Ничего не работает. Еще есть вход. Идемте. Здорово, мужичок. Как дела? Открывается? О-о-о! А здесь уже поинтереснее пошло. Так, дверь какие-то открываются. Я застрял еще. Слушайте, так стрёмно немного. Атмосфера-то есть такая большая.
Тихо. Так, мы отсюда пришли. Стремновато стало. Чего нету? Мужик лежит. Воу! Это ты был? Ты? Черт. Ты жив? Капец здесь с мужиком. Просто не выжил. Бедный мужичок. Ладно, нам нужно отсюда валить. И чем быстрее, тем лучше. Интересно, что здесь за дверь? А-а-а! Понятно. В общем, выбрались назад. Идем, в общем. Выше. Мне вот интересно, что выше. Может, где-то здесь есть выход. Кто его знает? Там дверка хотя бы открывается. Вали нахрен, брателло. Что, брателло? Нахрен. Лучше свалю. Лучше свалю. Мне проблемы здесь не нужны. Лучше свалить. Сохранились и свалить. Больше нам здесь ничего не требуем. Не нужно. Так. О, какие звучки хорошие. Кого-то понесли, что ли? Мне не показалось. Давайте взглянем. Ничего. Наверное, показалось. Чьи-то ноги показались мне. Чьи-то ноги показались мне. А здесь дверка хотя бы открывается? Открывается. Да ладно. Может, там псевдогигант? Или еще что? Трупы. Труп один. Труп еще. Еще труп. Да. Мне повезло здесь сталкером. Просто не повезло. О! Снова Бертругер из Дума 3. А, это назад, значит. Ага. Бертругер! Как я по тебе соскучился, Бертругер. В лаборатории ты здесь, Бертругер. О, нет, это не до песенник сейчас. Зачем я пою? Мне больше интересно, как мы оттуда выберемся. И будет ли все хорошо? О, это, скорее всего, был какой-то магазинчик. Продавали или... А, скорее всего, может, столовая какая-нибудь. Советских времен. А что у нас здесь? Туалет и душ, наверное. Да, снова душ, но уже, наверное, без мыла. Да, мыла нет. Нет, плохо. А туалет? Оу, кто там? Кто здесь? Эй, кто здесь? Это была кукла. Не, на этот раз это было не страшно. Не, это было не страшно, не. Все хорошо? Все просто хорошо. Здесь ничего нету. Может, где-то выход есть какой-нибудь, не знаю. Но вроде бы ничего такого особенного. Ничего. Да. Развалюха полная. Встретить бы какого-нибудь мутанта было прикольно. Может, здесь дверь открыта? Нет. Не открывается и не поддается. Мой отец знал ответ. Не открывается. Не, не надо вспоминать Калуктуху. Мне еще здесь Калуктуху не хватало. Ктулху сейчас и тут еще придет. Кашка? Это не доел кашку, что ли? В общем, мне не хватает еще тут, чтобы Ктулху был. Этого мне не нужно. Блин, как же хочется в сталкер после этого вернуться. Уже, наверное, не раз повторил. Ну, а раз уже сказал. Джин, выходи! Нету Джина. Плохо. Надо бы как-нибудь в Call of Чернобыль, что ли, поиграть. Или в Call of Misery, или даже Фотограф. Или в Lost Alpha. А что просто что-то тянет меня. Поиграть в Сталкера после этого. Это очень хорошо. Здесь ничего нет вообще. Ничего нету. Ну, объекты пустишь. Пусто, в общем. Пусто. Пусто, к сожалению. Эх. А я-то думал, что здесь встретим кого-то мутанта. Он нас запугает. Я испугаюсь, заверещу, как сволочь. И на этом игра закончится. И меня убьют. Не, хотя сердечным приступом мне не нужно. Так.
Там где-то был проход, я помню. Нужно пойти туда. Да этот звук меня уже достал, он меня пугает. Он меня просто пугает. Так, вот он, вот он вход. Вроде, да? Это оно? Оно вроде бы. Сволочь! Мурашки ж по... Бертругер, это ты что ли пролетал? Сволочь просто, а? Сволочь. Просто сволочь. Только нервишки потрепал. У меня аж мурашки по коже пошли. Чуть не заговорился из этого всего. Так, скорее всего, нам здесь... Тихо, 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 тихо. Не надо ничего делать. Эй, спокойно. Так, скорее всего, нам на ту лестницу. На ту лестницу. Да, на ту лестницу. Давайте мы уже к этой лестнице пойдем. Так. Ну, что он делает? Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поднимаемся уже. Что у нас здесь? Ага. Дыра. И кто тут у нас? Лесник. Из чистого неба. Здравствуй, наемник. Чем пришел? Ты не такой, как все. Зона метку на тебя оставила. А вот к добру это или к худу не скажу. Не знаю. Сейчас все уж не так, как прежде было. Зону трясет. И ты нужен зачем-то. Эх, хоть и не уверен я, что правильно делаю, но тебе помогу. Попасть в Лиманск не так, знаешь, просто. Мост стоит поднятый, а это самая короткая дорога. Да только не единственная. Мост-то что? Мост подняли еще долг со свободой, сразу после большого выброса. А несколько дней назад, на другом берегу откуда-то взялись бандиты, и мост этот самый захватили. Выходит, где-то есть тропка неприметная на другой берег. А может и не одна. Все? Это ты все, что скажешь? Ну, в общем, это и есть конец карты. Вот он, конец карты. Вот он наш лесник, который помог Шраму. Может, ты ничего не скажешь, да? Ничего? Ладно. Ну что ж, был рад вернуться к вам. О, шнурки развязались. Честно, я вот жду Сталкрай от этого разработчика. Может, какие-нибудь еще карты сыграем? Вы пишите в комментариях, может, вам интересно. Ждите на канале SCP, Tomb Raider и, конечно же, Call of Duty Black Ops. Но как... Ну, я не могу сказать, когда именно. Возможно, на следующей неделе уже. Хотя бы раз в неделю будет видео. Кто знает, а может, два раза в неделю. Смотрите, как меняется. Оп. Снеговой мужик. Нормальный мужик. А, цвет так падает. Ну что ж, ребята. Вот он, лесник. Он нам подсказал дорогу. Это все было из чистого неба, когда он помог Шраму. Эх, хочется вернуться в Сталкер. Эх, если бы вернуться. Может, еще как-нибудь вернусь в какой-то модификации. Может, фотограф или еще Lost Alpha еще. Или, может, даже Call of Misery поиграю чуть-чуть на запись. Кто знает, как покажет. Как покажет мой канал. А также ждите SCP, Tomb Raider и Call of Duty Black Ops. Возможно, будет видео раз в неделю, а может, больше. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Немножко нас карта попугала. Очень интересная карта. Очень атмосферная. Мне она очень понравилась. Я жду модификацию. Ну, жду полный мод с сюжетом. Этот Сталкрай от разработчика, конечно. Он то размораживается, то замораживается каждый раз. Но надеюсь, он как-нибудь выйдет. Без каких-либо-то проблем. А с вами был Саня. Спасибо всем, кто смотрел. И смотрите на деда. Пока. Встретимся в следующем видео.